Ну что, друзья, вы готовы к новому видеоролику? Кстати, с Новым годом уже, сегодня едем раздавать подарочки. А сейчас ждем девочку Леру, которая нас заберет. А кто это у нас здесь приехал? Это же девочка Лера! С Новым годом, девочка Лера! Где подарки, Дед Мороз? Что? Где подарки? Поехали за подарками, давай! Вези Деда Мороза на прогулку. С Новым годом. Мне надо вот этих 10 штук. Есть у вас? Вот таких. Вот таких, вот таких. По карте, пожалуйста. Спасибо. Ты меня снимаешь? Ты меня снимаешь? Дыви! Сюда! Киндера не раздавить. Так, а ты так держись, якось. Я ж не буду форсовать. Где тут ці? Пиздец. Не їду. Ні, ти за мене держись, що ти? Просто що за це. Ну та шо, ми що? Ого, так тут не напасешся. Нічого. Блять. А ну-ка сюди. Йдіть сюди. Є інформація одна, важна. Ви себе хорошо вели в этом году? Доказательства. На канал подписаны? Иди сюда, что вы? Сейчас вручу вот этот канал. YouTube канал Just Run. Телефон с собой? Не, не знаю. Так подпишись на канал и вручаю подарок. Интернета нету. Нету? Ну сфоткай. Спасибо. И тому ждай. Что, сразу иди два сюда. Не могла? Иди сюда. Все, и потом, когда видео выйдет, напишите, что у вас там попалось. Хорошо. Все, ты готов? Все, давай ты удачки в новом году. Ну что вы? Хорошо. С Новым годом. Вы себя хорошо вели в этом году? А где ж, блядь, Кавасаки? Я закрыл его, все. А что ослик не закрыл? Ну, ослик, он же ж вечный, он ослик. Что вы, как отметили Новый год? Нихуя не помню. Понятно. Я помню, что я ужрался и лег спать. Не, ну это значит хорошо, значит весь год так и будешь. А потом батя рассказывает, что вы с ним еще и боролись. Я еще и выиграл. Нормально. Тогда поехали. Ты готов? Да. Ну все. Непонятно, куда ты приехать вообще. Нет, ты
киндеры будут давать. Надо подписаться на YouTube. А как канал называется? А? Just Round. Вот. Привет. Привет. С Новым годом. Я в YouTube не зарегистрирована. Я не могу подписываться. Ничего. С Новым годом тебя. Блин, бонусы с двух сторон. Здрасте. С Новым годом. С Новым годом. Можешь на русском написать Just Run и все. Не, немає. Кого? Той буквы. Да давай я тебе напишу, на русском можно даже набрать. На русском? Ну попробуй. Даже на русском вот можно Just Run и все. Да. Держи. Спасибо. Все, и потом, когда видео выйдет, расскажешь, что там тебе попалось. Попробую. Что мороз поехал дальше. Здрасте! Так. С Новым годом! Спасибо! А вы себя хорошо вели в этом году? В 2022-м? Конечно! Достань! Давай мы тебе вручим подарочек. Киндер. Слушайся маму, хорошо учись. И будут подарочки. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Привет! Мы дарим подарочки детям. Привет. Здорово. Хорошо себя вел в этом году? Скажи, признавайся. Слушаешься родителей? Учишься? Достань. Дай. Скажи, что надо сказать? Родители. Пожалуйста. Слушайте, як дела? Что вы робите тут? Ой, бля. Понятно, тут уже... Уже все есть. Да я буду съезжать теперь. Что в конце? Тут не высокий. Вставай. Так. Свет у тебя так выключен, да? Не надо выключать его. А чего? Ну сюда вот так. Чтобы поворотники задние были нормальные. Как вы думаете, это девочка Лера теперь? Нет, это хлопчик Дед Мороз теперь и поедет подарочки раздавать. Пока я тут сижу,
снегурочек десь катається. Девочки, стойте. Идите сюда. Идите сюда. Идите сюда. Ну не бойтесь, иди сюда. Подойдите. Подойдите. Вы себя хорошо вели в этом году? Да, да. Да? Что, вы телефоном пользуетесь? Да. Да? У вас с собой есть телефон? У меня нема почти телефона. Нема? Ну хорошо, ничего страшного. Тогда вообще нету? Дядя Петя, ты дурак? С собой. Хорошо. Я вообще не иду, только информация даже сама. Тогда вам за то, что вели себя хорошо в этом году. Спасибо. Пожалуйста. Все, удачи вам. О боже! Я еще таким не занималась. Привет. Иди сюда. Что надо? Подходь. Ага. Что, твой телефон есть? Да нет. Нема? Вали. Нет, так нет. Меня узнали. Обидно. Ви ж підписники, да? Ага. Да. Що, ви хорошо себе в новом году вели? Да. В 2022-м, точнее. Ну да. Да? Підписники. Нате вам по кіндеру. За те, що підписані на канал. Спасибо. Ти підписаний? Да. Точно? Ні. Я ще не знаю навіть. Я не знаю твій канал. Канал? У тебе телефон є? Да. Іди сюди. Вот вот этот логотип в Ютубе. Я его постоянно удаляю. Я канал выхожу. Так что ты обманываешь? У меня телефона пока что нету. Ну здесь у мамы мне его не дает. Так, ну короче, вы знаете канал, скажете ему канал, хай подпишется. И потом я вас, когда найду, я спрошу, подписался ли? Я ссылку скину. Все, давай. Пока-пока. Да, довезите меня за центр. Сейчас будут, да. Сейчас кого-то собьем, будут фейерверки. Это абонент. Здрасте. Привет. С Новым годом! Дай подарочек. Спасибо. Пожалуйста. Там уже всех трошки осталось, да? Music licensing reimagined. О, тут тепло. Сейчас на заднего тут, да? Бежит, да? С Новым годом! А ну достань подарочек, подарим. С Новым годом! Спасибо! Слушайся родителей, будь послушной. Дед Мороз! Капец. А дай мне подарок. Ты, ты себя плохо вела в этом году. Ты подъехал до меня. Ты плохо себя вела. Садись давай. Ты снимай, где дворос. Ага.
Я отморозился, Дед Мороз. Девочка, девочка. Не. Все трансвестит. Девочка не хочет. Music licensing reimagined. Здрасте. С Новым годом. Дай подарочек. Давай, ну так еще. Дякую. Пожалуйста. Бояться тебе. Ты страшненько, тебе бояться. Привет. Ты себя хорошо вел в этом году? В 2022-м, точнее. Ютубом пользуешься? Ютуб дивися, каже. Да. Канал підписан? Just Run. Мотоциклетний. Ну що, ну такой. Підписуйся і подарочок даю. Коли відео вийде, напишеш, що тебе там попалось. Можеш на русском набрати Just Run. Ну все, хорошо. Напишеш потом, коли відео вийде, що тебе там попалось. Посмотришь, що там. Ты катаешься, я не понял. Хорошо себя вел в этом году? Да. Точнее, в 2022. Новый самокат купил? Да. Ну ничего себе. С покупочкой. На Новый год подарил? Да. Пойди вот обкатываешь. Первый день чешет? Да. А, понял. Под видео напишешь, что тебе там попалось. Давай. Вроде все. Малышка. Да это ж моя бывшая идет. Кого? Что она сейчас? Не знаю. А ну еще раз. Чого? Він 50 кілометрів їде, який гасай. Тоді чого він так звук такий здає? Так все звук дають. Все звук дають. Ну так і я, блядь, думав, у мене вікна закриті, але я чую, що дим. Бо, мабуть, тишина вдома. А? Тишина вдома просто і все. Тишина вдома. Ну, вот поэтому ты и чуешь. Так, ладно. Мы поехали тогда. За кого? Сейчас. Счастье. За кого чу? На вайбер. На вайбер, будете потом общаться. Бо, кто кого? Кто кого обнимает? Давай, я. Ты как моя бывшая, я тебя обниму. Не надо. Ты фоткаешь, ты что? Да. Все? Так быстро, хоть бы предупредила, ты что? Music licensing reimagined. Ну что, друзья, вот такой у нас получился видосик. Всех с Новым годом, с наступившими праздничками.
ведите себя хорошо, послушайте своих родителей, учитесь все дела, ну и победа нам, конечно же, мирного неба над головой. Подписка на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивные комментарии. Если вы не здесь, то вы нигде!